Мировые цены на нефть сегодня продолжили беспрерывный рост. Утром стоимость январских фьючерсов на Brent выросла до $47.14 за баррель. Прибавила и цена WTI 45.96. Запасы углеводорода в США между тем растут. Это порой корректирует стоимость бочки черного золота, но ожидания от ОПЕК по ограничению добычи вдохновляют участников торгов. В конце ноября на встрече в Вене производство нефти будет, как ожидается, сокращено в первый раз за последние 8 лет.